Здравствуйте, дорогие любители футбола. Мы готовы провести для вас очередной выпуск передачи «Южный полюс». Роман Алтухов и Георгий Богус в студии. Здравствуйте, дорогие друзья. Долго томить вас не будем, разумеется. Пора переходить к высшему дивизиону. Здесь много чего интересного было. У нас остались в прошедшие выходные целых 7 матчей 5-го тура и один матч перенесенного 3-го тура, в котором Рустультерс у нас переиграл со счетом 2-0 команду «Аргус». Что же касается самого интересного, в регулярном туре состоялась встреча между командами «Тройка» и «Росыш», несколько раз анонсирована с большим таким размахом. Увы, третий раз подряд коллективы играют в матче со счетом 3-3, он заканчивается, опять ничья, опять разошлись коллективы миром, однако это был достаточно противоречивый матч. Да, но я бы не сказал, что увы на самом деле, потому что матч-то выдался очень интересный. Открыть счет командам удалось лишь во втором тайме. Фарид Минибаев воспользовался ошибкой Сергея Салькова и реализовал предоставленный шанс, на что «Тройка» ответила на самом деле дуплетом. Для начала Артем Семенов забил с передачи Клима Ландина, а затем уже сам Артем выступил в качестве ассистента для Алексея Рогова, который установил счет 2-1 в пользу «Тройки». Еще через пару минут Никита Немых в эффектной контратаке замкнул передачу Сергея Минченкова, но самое интересное все еще оставалось впереди. «Тройка» вновь вышла вперед усилиями все того же Артема Семенова, однако прошло 3 минуты и удар Дмитрия Адушева был подправлен Дмитрием Горячевым и сравнял счет. Но этот эпизод на самом деле вызвал бурю эмоций у всех игроков, в частности из-за того, как был забит этот гол. В конце, буквально на последних минутах, случился самый важный, ключевой действительно эпизод матча. «Тройка» заработала право на пенальти, однако Алексей Рогов не смог переиграть одного из героев данной встречи, новоиспеченного голкипера «Росыши» Василия Сухачева. Да, прекрасный перформанс одного явленного голкипера. Я думаю, очень сильно он помог команде, особенно в первом тайме, когда моментов у «Тройки» было гораздо больше, «Росыш» толком ничего вообще не создала опасного. Что же касается остальных результатов, здесь в первую очередь стоит отметить первое поражение команды «Пиранья». Было оно добыто, так скажем, в матче с «Мединой». Для «Медины», безусловно, это очень важная победа, потому как «Пиранья» вела вообще со счетом 2-0. И «Медина» буквально в последних секундах забила свой третий победный гол после подачи углового. Достаточно интересная встреча. Мне кажется, даже ничуть не уступающий матч «Тройка» «Росыш» по накалу. Ну, раз уж ты отметил первое поражение «Пиранья», то надо сказать, что и первая победа для «Медины» в этом матче состоялась. Да, разумеется. «Империал» у нас переигрывает «Легион 14» со счетом 5-2, несмотря на то, что к перерыву команды шли, в общем-то, вровень, там счет был 2-2. И вот тут вот наконец-то включился по полной Аслидин Дадабаев, наконец-то начал показывать свои бомбардирские умения в полной мере. 3 забитых мяча от этого игрока просто не прошли даром. Да, ну и самое интересное, наверное, лично для меня, поскольку я любитель говорить о вторых дивизионах, тут команды, которые когда-то играли в этих дивизионах, про новичков, разумеется, стоит упомянуть. Young Boys обыгрывает своих прошлогодних соперников по первому дивизиону команду All Friends со счетом 2-0, а про Верчели устраивает настоящий кошмар для штурма, ну полная клоунадка это в защите была. 7-3 здесь финальный счет зафиксирован, одним из героев встречи становится Денис Никипелов, на его счету покер. Ну он и с «Тройкой» играл классно, вот расчехлился так расчехлился. Человек. Да, будем надеяться, что не последние его голы в чемпионате, а пока что давайте перейдем к турнирной таблице. Тут у нас «Торпедо» и «Иствуд» делят первую строчку, а «Тройка» пока что на третьем месте, но с запасом в один матч. Невыразительные выступления на старте сезона у замыкающих таблицу «Олд Фрэнс» и «Аргуса». У команд нет набранных очков, у них по 5 поражений. Да, к сожалению, это немножечко грустно, а вот что интересно и неожиданно, это Трав Сабурова в первых 5 турах, которые пока не теряли очков, но за первые 5 туров все-таки они провели всего 3 матча. Ну и раз уж мы заговорили о Трав Сабурова, на самом деле надо, наверное, поговорить о предстоящих матчах, потому что как раз у этой команды там очень интересно впереди. Да, на самом деле все очень интересно, однако непонятно, почему Николай Соколов не отвечает личные сообщения, хотели его на передачу позвать, а его все нет. Николай, мы ждем вас. Да, разумеется, мы ждем. В 6-м туре предстоит команде пройти очень серьезную проверку. Встреча будет с коллективом Торпедо Сити, и совершенно точно узнаем амбиции Трав Сабурова. Прекрасный экзамен, на самом деле. Торпедо мы видели во всей красе, я думаю, приблизительно к максимальным кондициям коллектив уже видели. Ну, хотелось бы понять, Трав Сабурова на 100% выкладывался, или это пока не все было, и сейчас мы увидим чуть больше. Ну и все-таки одну ремарку внесу, тут еще будет интересно посмотреть на то, как Торпедо распределит свои силы, ведь в воскресенье у них игра в Кубке ЛФЛ на выезде. Да. Также нас ожидает прекрасное дерби из прошлогоднего первого дивизиона, вновь встречаются старые знакомые. Проверчели принимает Young Boys, здесь будет нереально жарко, это абсолютно очевидно. Ну и радует на самом деле одно, то, что в любом
любом случае команды, либо обе команды наберут очки, либо какая-то из команд наберет очки и отдалится от зоны вылета, где они, как мне кажется, находятся, ну, немножко нелогично. Да, абсолютно согласен. Есть еще не менее интересное противостояние, заработавшее, наверное, свою славу за счет прошлого сезона, когда матчи выдавались, ну, абсолютно неожиданно упорными, хотя турнирная таблица абсолютно не давала такую картину нам. Россош у нас встретится со Штурмом. 6-5. Дважды, по-моему, сыграли коллективы. Это было просто безумно. Алексей Юрьев просто рвал и метал. И на самом деле здесь также будет интересно понять, как Россош свои силы распределит, потому как с Кайзером встречаться очень скоро. Об этом мы чуть позже поговорим. Тем не менее, хотелось бы увидеть максимальную отдачу от коллектива. Ну и максимальной посещаемости, друзья. А пока что давайте посмотрим обзор матча Пиранья Медина. В пятом туре Медину, недавно вышедшую с отпуска, принимала незнакомая для них Пиранья, до этого не знавшая поражений. Как и подобает прошлым матчам, хозяева захватили инициативу с первых минут, и результатом этих действий стали два удара от Игоря Пиюка и его пас, выводивший сразу двух игроков черно-белых на рандеву с голкипером. Но трижды в этих моментах Мурат Талибов действовал безошибочно. В ответ на это у Медины последовало два коварных дальних выстрела от Камрана Рагимханова, между которыми успел состояться удар с лету от Евгения Моросова после отличной комбинации. И это был последний эпизод, не открывший счет встречи. Никита Золотухин отыгрывается с Юрием Масленниковым. Тот сходу подает мяч, который мог с легкостью прихватить Ренат Исаев, но делу помешал судья. Далее мяча пролетает Расул Маджидов, следует касание Александра Панова, а вот уже Александр Махров выводит Андрея Муравьева на прострельную позицию, и тот не ошибается, позволяя Александру Панову забить дебютный для себя гол. 1-0. На этом атакующий натиск хозяев явно не закончился. Выстрел от Евгения Моросова в ближний угол, сильнейший удар головой Панова после подачи углового и еще один эпизод при участии Евгения Моросова. Это то, с чем пришлось столкнуться Медине перед тем, как заставить Пиранью действительно занервничать. Если Камран Рагимханов все еще не пристрелялся, то почему бы не создать опасный прецедент у ворот хозяев в виде пенальти? Хоть Юрию Масленникову уже явно было не дотянуться до мяча, Мурату Бигбоеву не удается сравнять счет. И буквально в следующей атаке Андрей Муравьев стреляет безжалостно на поражение, чем увеличивает преимущество Пираньи. 2-0. Вообще последние 3 минуты тайма выдались жаркими. Помимо пенальти и гола Муравьева, Юлий Капица выходил на ударную позицию, но спас Талибов. Ну а дальше принялись отвечать гости. Никиту Золотухина и Александра Махрова уводят из своих зон, тем самым появляется пространство для Расула Маджидова, от которого следует незамедлительный точный прострел на Рената Исаева, опекаемого Алексеем Черенковым. 2-1, Медина забивает гол в раздевалку. События второго тайма развивались не так форсированно, как в первом. Разве что Игорь Пиюк вновь впустил возможность выбиться в топ бомбардиров, а вот Камран Рагимханов переключился на роль диспетчера и успешно доставил мяч до Амира Шарипова, мастерски переигравшего Никиту Золотухина. Его удар оказался неберущимся для Юрия Масленникова. 2-2. Ну а далее нас ожидали целых 18 минут равного счета и непрекращающейся борьбы. Вы вновь увидели удары Рагимханова, парированные Масленником. Вновь Александр Панов оказался на позиции под удар головой, но счет по-прежнему не менялся. В самом последнем эпизоде поединка все тот же Рагимханов ловко уходит от Александра Пиюка, прорывается в побровке и пытается прошить Юрия Масленникова, но тот уверенно отводит угрозу от своих ворот. Но ненадолго, ведь далее Руслан Дзангиев выдает маленький шедевр на ближний, где караулит нетерпеливый Рагимханов, неожиданно выигравший позицию габаритного Муравьева, и бьет ближний угол под самый занавес встречи. Овации, эмоции, на этом заканчивается интереснейший триллер, в котором Медина оказывается сильнее Пираньи. Финальный счет встречи 3-2. В рамках первого дивизиона у нас состоялись встречи четвертого тура, и здесь определенно есть о чем поговорить и чему порадоваться, в общем-то. Нахим Атлетик, Южная окраина, матч, к которому мы чуть-чуть позже вернемся, на самом деле. Ну а пока что просто скажем, что наши с Георгием ожидания, в принципе, сбылись, и Нахим здесь оказался сильнее. Да, извините, дорогие друзья, если кого сглазили, вообще не хотелось этого делать. Просто как-то, ну, вот случайно получилось на самом деле. Поговорим о такси ритм. Здесь коллектив не испытывает особых проблем с вице-чемпионом 2-го А-дивизиона 16-17 Мерионом. Обыгрывают оранжевые своих соперников со счетом 6-2. Достаточно уверенно, достаточно безоговорочно. Александр Зеленов оформляет очередной дубль. Это имя вместе с командой перенеслось в 1-й дивизион. И теперь здесь также будет часто упоминаться. Сейчас Александр уже делит вторую строчку в списке бомбардиров. Делит он ее с Алексеем Ломановым из Нахим Атлетика, который
тоже разобивался, это достаточно неплохо. Но на первой строчке у нас красуется Евгений Суров из Южной окраины. Да, прекрасные бомбардиры. Я думаю, что спор будет вообще очень жарким. Целых три ничейных результата у нас были зафиксированы на прошедших выходных в первом дивизионе. Парфор у нас ведет 3-0 после первого тайма. Умудрился упустить победу. Таурус забил 3 во втором тайме, да и вообще во втором тайме смотрелся лучше. И имел даже, на самом деле, моменты для того, чтобы выйти вперед. Да, ну, может, Таурус перерождается, посмотрим. Может, было только начало. Орион и Тирес у нас закончили мирными 2-2. Достаточно это... Как-то вот странно, может быть, где-то неожиданно. Орион интересно смотрится на самом деле. За 4 матча 3 ничейных результата. Это в какую сторону? Это в плюс или в минус? Это непонятно. То есть похвалить коллектив лучше или такими пожурить словами? Вот абсолютно непонятно. Тем не менее, это не поражение. Может быть, это какой-то стимул для команды возымеет свой определенный. Ну и еще один ничейный результат. У нас Алания подтверждает свой статус очень неуступчивой команды. 4-4 с Волхонкой в очень интересном, в очень напряженном матче. Ну, я на самом деле хотел бы просто посоветовать, как минимум, посмотреть какие-то кусочки, может быть, этого матча. Очень было жарко на поле. Да. Да и голы были прекрасны, на самом деле. Давайте о турнирной таблице немножечко поговорим с вами. Она сейчас явно нам выделяет три команды. Это Нахим, Такси и Русультрас-2. Эти коллективы не теряют очки, хотя и провели разное количество матчей. Звери совершенно забуксовали на старте сезона и на пару с Усларом занимают последние строчки в чемпионате. Первые набранные очки у нас как для Тауруса, так и для Парфора, благодаря ничьей в очной встрече. Ну и совсем странно, честно говоря, видеть Мирион в зоне стыков. На данный момент у команды совершенно не клеится игра. И хотелось бы, если честно, увидеть хоть какое-то движение внутри коллектива по этому поводу, хоть какие-то изменения, может быть. Ну а перед тем, как подойти к расписанию и его обсудить, давайте посмотрим вместе с вами обзоры матчей, которые мы для вас подготовили. В рамках четвертого тура состоялся матч между командами Discover Albion. Оба коллектива расположились в верхней части турнирной таблицы, поэтому игра обещала быть очень интересной. С первых минут хозяева обозначили свою позицию, большую часть времени проводя на половине поля соперника. Англичане отвечали контратаками, выискивая свободные зоны, однако именно Дискаверу после продолжительной серии из опасных ударов и моментов удалось счет во встрече открыть. Разыграв угловой, сразу же последовал прострел в штрафную, и если удар Игоря Бакулина голкипер парировал, то на добивании точнее оказался Илья Заикин. 1-0. Попытка надавить на соперника после пропущенного мяча игроками Альбиона была безуспешна. Оппонент полностью контролировал ход встреч. Футболисты Дискавера не бросали попытки увеличить отрыв в счете. Хозяева планомерно выманивали соперника. Моментами красно-черные отвечали в контратаках, однако игроки Дискавера своего добились. После сольного прохода Алексея Пронина по центру, никто из футболистов Альбиона вовремя не сумел накрыть полузащитника команды хозяев. Пронин точным выстрелом отправил снаряд в угол ворот, не дав голкиперу ни единого шанса. До перерыва хозяева имели возможность довести счет до разгромного, но в завершающей стадии бело-оранжевым не хватило мастерства для того, чтобы полностью деморализовать оппонента. Во втором тайме баланс сил пошатнулся. Гостям необходимо было возвращаться в игру. Несмотря на то, что футболисты Альбиона создали несколько опасных моментов, хозяева старались максимально снизить градус игры, что у них очень хорошо получалось. Однако к ближе 50-й минуте встречи Евгений Салий своей волшебной левой ногой мастерским ударом отправил мяч точно в угол ворот, сократив отставание от соперника до минимума. Казалось, что Дискавер потерял концентрацию, но хозяева быстро собрались и сразу же ответили сопернику. После вбрасывания за боковой Бакулин Игорь принял мяч на грудь и потрясающим по исполнению ударом через себя поставил точку в этой встрече. Discover одерживает третью победу подряд, забираясь на третью строчку турнирной таблицы. Для вылетевшего из высшего дивизиона Нахима новый сезон складывается удачно. Команда одержала 3 победы в 3 стартовых матчах, однако стоит отметить, что побежденные им команды Парфор, Таурус и Тирес не являются грандами первого дивизиона, да и к тому же явно находятся не в лучших кондициях. Теперь же соперником у Нахима была Южная окраина, коллектив, способный преподнести неприятный сюрприз любому оппоненту, да и к тому же идущий без поражений. С места в карьер начала окраина игру, напустив шквал атак на ворота Губанова. Успеха атаки окраины не принесли,
однако оборону Нахима серьезно потрепали. К тому же, момент у Петрова едва ли не завершился голом. Александр ушел от двух защитников и пробил чуть выше перекладины. Впрочем, настрой окраины это не сбило, и через 5 минут команда открыла счет благодаря сольному проходу Евгения Сурова и последующему удару в нижний угол ворот. Но забив гол, окраина сразу же пропустила ответный выпад Нахима, который восстановил статус-кво. Дальний навес Савкина Антона и Цебеков Герман пробивает голкипера окраины в противоход. Команды начали активный футбол, не скупясь на удары, которые в основном своем были дальними. В концовке тайма оба коллектива обменялись опасными моментами. Дальний удар Лукина и попытка добивания Сурова у окраины и навал Нахима, в ходе которого Бородин попал в штангу, а Маркарян не смог добить. А вот второй тайм начал активно уже Нахим. Команда сходу прижала окраину к воротам и довольно скоро вышла вперед. Опрометчиво поступили защитники окраины, оставив одного Максима Поздняка, который, получив пас от Ломанова, хлестко пробил в дальнюю девятку. Теперь уже окраине приходилось черпать дополнительные силы для атаки, но в течение 15 минут команда не создавала каких-либо опасных моментов, хотя ближе к концу игры своего добилась, и мастерски исполненный штрафной Евгения Сурова вновь сделал счет равным. Нахим продолжал наседать, и все решилось в последние 5 минут матча. Благодаря гениальному в задумке и исполнению диагональному пасу Андрея Финашина на Антона Савкина и последующему замыканию Нахим вновь вышел вперед. Окраина вновь старалась сравнять счет, но Нахим удержал удобный для себя счет 3-2, одержав 4-ю победу подряд и единолично закрепившись на первом месте. Итак, 5-й тур нам предстоит с вами, дорогие друзья, увидеть, а командам сыграть. Из интересного, безусловно, отметим битву «Такси Ритма» и «Нахим Атлетика». Совершенно точно здесь будут голы, совершенно точно здесь будет очень ярко, очень жарко, крайне интересно. Ну и на самом деле узнаем, на что способна оборона «Нахим Атлетика» в условиях того, что против них будет играть такой безумный атакующий потенциал «Такси Ритма». Да, также весьма яркая, мне кажется, вывеска встречи. Повторяю еще, прошлогодний золотой матч 2Б-дивизиона, южная окраина против Ориона у нас матч состоится, это такое неплохое достаточно противостояние, очень оно неуступчивое, если возьмем нынешние расклады, здесь явно все в пользу южной окраины, хотя если вспомним золотой матч, то как посыпалась окраина, это самое от Ориона, который просто собрался и почему-то стал играть, все было очень организовано, возможно, этот матч как раз шанс для Ориона как-то преобразится в первом дивизионе. Посмотрим. Посмотрим. В любом случае будет интересно. Ну и Русультрас 2 у нас проведет свою 3-ю встречу в сезоне. Сыграет с Аланией. Здесь будет очень трудно, на самом деле, набрать очки. Я думаю, что здесь будет упорная борьба до последних минут. Также неочевидными в плане результата представляются матчи Тауруса и Развилки, Тироса Парфора и Сбербанка и Ральфа. В общем-то, во всех этих парах однозначно выделить фавориты, как мне кажется, нельзя. Ну, чуть более очевидными сейчас, кажется, матчи Дельвейс Мирион и Альбион Дуслар. Тем не менее, здесь можно сказать о том, что для Мирион также это шанс перезапуститься, как и для Ориона с южной окраины. Ну, Альбион Дуслар, встреча достаточно похоже, если мы возьмем Дуслар 52 вместо Дуслара, которые играли в переходных матчах. Может быть, какой-то опыт поднакопился. Тем не менее, сейчас я не вижу каких-то явных признаков и свойств у Дуслара для того, чтобы сейчас взять и обыграть Альбион. Мне вот пока так кажется. Ну что ж, дорогие друзья, второй А-дивизион порадовал нас окончанием 3-го тура. Самое время его осветить. Здесь Норвич у нас усилиями Евгения Ивлева, Владимира Медникова и, конечно же, вратаря Игоря Кузовлева отнимали 3 очка у Суворова в упорной битве. Можно сколько угодно спорить, у кого было сколько моментов, но отрицать тот факт, что Суворов силен, никто не станет. Так же, как никто не будет отрицать тот факт, что Норвич победил. Сириус у нас проходится катком по Фениксу. Здесь зафиксирован финальный счет 8-3 в пользу Фиолетовых. Хет-трик на счету Данила Кабанова. Ну а трижды своим партнером ассистировал Курбанбек Назарбеков. Ну что, скоро в Young Boys, видимо. Видимо, да. У нас пригодится, я думаю, еще. Вайтек у нас безжалостно громит миллионов. 1-1 здесь счет зафиксирован. Но говорить, пожалуй, здесь не придется. Разве что хочется отметить еще одно подписание. Медведи у нас это Богдан Олещенко из команды Реал Москва. Это первый дивизион Северной Лиги, если не ошибаюсь. На его счету 3+3 в дебютной игре. Ну, так неплохо достаточно. Влился человек в команду. Также вернулся в команду Андрей Томилов, который уходил в Русультрас 2 в свое время, там ненадолго. И также ему удалось, вместе с его приходом и 3 гола еще дополнительные появились в матче.
Орион 0-6 у нас пожаловал к Барсу. Этот матч проходил вечером в воскресенье. Победа со счетом 3-1 в пользу Ориона. Казалось бы, ничего не мешало выступить командам плохо. Вроде бы все были в обоями, вроде бы все хорошо. Однако ситуация сложилась в пользу желто-синих. Даже несмотря на то, что все-таки именно Барс открыл счет в этой встрече. Интересно, Барс пока просто привыкает к командам 2-го дивизиона или же не может попросту набрать форму? Я думаю, мы это уже совсем скоро узнаем. Гораздо интереснее спросить у тебя пару слов о Лидсе. У нас тут на десерт остался Дустуар де Лидс Юнайтед. Во-первых, с победой, Роман. А как это было и почему из этой пары именно Лидс вышел победителем и вот первую победу в сезоне одержал? Слушай, это было на самом деле очень сложно, потому что по первому тайму Дуслар смотрелся даже местами лучше, если честно. И там была равная игра, если ты помнишь, ты сам все видел. В общем-то, по первому тайму равная игра, а вот во втором тайме все-таки наши молодые ребята, как мне кажется, перебегали просто игроков из Дуслара. Слары, которые проводили второй матч подряд. Как раз оцени вот усиление своей команды, кого выделил бы больше, наверное, это будет интересно узнать. Максим Инкин однозначно, он оформил дубль, помимо Логинова, который оформил хет-трик. Вдвоем они играют просто прекрасно. Ну что ж, неплохо, неплохо. Как ты еще можешь также прокомментировать удаление Рената Алимова из команды Сларде? Ну, игра достаточно грубая была, Георгий, поэтому не то, что грубая, достаточно жесткая, я скажу, и поэтому неудивительно, что и желтых карточек было много достаточно, и удаление случилось. Ну что, давай, наверное, поговорим о турнирной таблице, хватит нам уже про Лидс вещать. Слишком много внимания этой команде. Да, слишком много внимания этой команде. Мы не знаем, кто это, но почему-то они все время в студии. Сириус, третий тур подряд у нас главенствует во втором А-дивизионе. Орион 06 меняет 13-й район на втором месте из перенесенного матча желтых с Грандом. Норвич замыкает первую тройку команд, отправляя Суворов на четвертую позицию. Вайтек и 13-й район идут пока с одним матчем в запасе. Барс хоть и проиграл, но также имеет два матча в активе. Ну и на данный момент из 16 команд Гранд, Дусларде, Миллионы и Сапсан все никак не могут набрать очки. Зато Лидс поднялся сразу же на 10-ю строчку, друзья. Ну вот мы и стали середняком таблицы, поэтому закрепить успех, конечно же, надо в ближайшем туре, о расписании мы и поговорим. У нас 4-й тур совсем уже скоро стартует. Начнется он одновременно с двух встреч. На Зябликово в обед в субботу у нас сойдутся Лидс и 13-й район, где победитель, в общем-то, известен, но побороться стоит, правда, 13-й район? Вот. Ну и уже в это время на арене труд у нас Миллионы и Дусларде попытаются заработать первые очки в чемпионате в очном противостоянии. Все-таки я склоняюсь, что в этой дуэли, ну, во-первых, будет много голов, но почему-то я вот, наверное, как-то больше верю, что ветераны Юга у нас окажут сильнее. Тем не менее, если Дуслар включится и будет очень жестко играть, то свои голы в любом случае коллектив забьет. Крайне интересным, на самом деле, кажется поединок между Суворовым и Барсом. Тут в случае победы полководцев достаточно серьезно прояснится одна из лидирующих позиций, а в случае победы гостей ситуация в таблице, наоборот, заметно уплотнится. Особенно влиятельным по отношению к таблице у нас станет битва Орион 06 и Вайтека. Тоже интересный матч. В прошлом сезоне оба раза сильнее были Медведи, но это все-таки в прошлом сезоне. А ныне оба коллектива выйдут друг против друга в статусе непобежденных. Да, очень мне хотелось бы еще увидеть Тигран на поле. Надеюсь, команда приедет и будет играть в футбол. Потому что с Норвичем можно бодаться только, если вы будете играть в футбол. Там у нас небольшая заминка в прошлом туре вышла. С коллективом, с заполнением, так скажем, наверное, игрового протокола. Может быть, не те слова вам сказали. Тем не менее, пожурить все-таки нужно было. Потому что Тигран, я думаю, способен на много, если дисциплина будет в полном порядке. Согласен с тобой. Феникс у нас пока что чередует победы и поражения в своем активе. На этих выходных коллективу принимать Олимпик Дес. Такой же, в общем-то, нестабильностью в плане результатов. Ну, на самом деле, ждем ясности. Может быть, именно эти команды выдадут какой-то феерический, блистательный матч. Да, ну и на десерт у нас противостояние CMS Sirius. Вполне оно может переплюнуть любую из вышеперечисленных вывесок. Не кажется ли тебе, Роман, что Sirius пора немножечко остановить, а CMS для этого идеальный соперник? Ну, идеальный не то слово, на самом деле, но матч, мне кажется, предстоит очень сложный обеим командам. Ну вот или даже после усиления неплохих результатов за последний год не способны CMS стать у нас лидером. Два дивизиона также это хотелось бы узнать. Почему-то вот... Нет, однозначно способны были еще в прошлом году, как мне кажется, Георгий. Просто вот чуть-чуть что-то не складывалось, но в плане организации, в плане командной игры это прекрасный коллектив, поэтому должны они бороться за самые высокие места. Ну, надо останавливать, видимо, Сириус. Если еще Курбанбек уйдет у нас зимой, то, может, коллектив-то вниз поплывет, кто знает. Я просто пытаюсь провоцировать команды. Надо показывать футбол, и пусть победит в этой встрече сильнейший.
разразился громом 2B-дивизион. Здесь у нас очень шумно прогремел третий тур. Самое время о нем немножечко поговорить. Анжи громит Ратник. Сколько забили махачкалинцы, как ты думаешь? Что если я тебе скажу, что снова 9? Только представь, 27 голов за 3 тура. Это гиперсильный результат. Впрочем, Мурат Махмудов в этот раз остался немножечко в тени. Зато ведь был день молодого и перспективного Тамерлана Мусаева. На его счету гол и 3 голевых передачи. Ну что, Анжи, скажите, пожалуйста, может быть, вы ответите, кто вас остановит? Если вы не сможете ответить, то, друзья, оставляйте в комментариях ваше мнение по поводу того, кто действительно сможет отнять очки у махачкалинцев, когда это случится и сколько голов примерно вы забьете. Ваши прогнозы будут интересны. Согласен, надо посмотреть, последить за Анжи и когда же случится все-таки первая потеря очков. Сибирь у нас терпит третье уже поражение подряд, на этот раз от Нагатина. Действительно, если у команды и были шансы здесь как-то отобрать очки, побороться, то явно не в восьмером, а с качественными заменами все-таки. Ну а зеленые становятся автором серии из 3 побед на старте чемпионата. Вот такое вот уверенное начало. Да, неплохое начало явно под стать прошлому сезону, осталось его закрепить, разумеется. Ну вот уж кто действительно преподнес нам классную сенсацию, Кодиак минимально переигрывает коллектив у нас Торпедо Сити Д. 11 голов, 8 желтых карточек, и кажется, Роман, зря мы с тобой не остались после победы Лица, не посмотрели эту прекрасную игру. В этой битве ярче всех отличился у нас игрок Кодиака Камол Абдурашидов, на его счету дубль и 2 ассиста. Последний раз он так отличался где-то года 3 назад, я вот смотрел статистику, ну и мы должны понимать, что это с двумя киселями проиграл Торпедо Сити Д, результат очень интересный. Вот мне кажется, я пасовал с Александром Киселем, и ну до игры это было лишнее явно для команды. Мне кажется, что-то я карму подпортил коллективу. Немножечко заразил нефутбольностью, да? Ну, бывает такое. Хет-трик Андрея Дягилева, красная карточка Лаши Кахадзе. Я думаю, что сейчас многие не поняли, о чем это я, и спросят меня, о чем ты говоришь, Роман. Но тут дело на самом деле в том, что Факел у нас разбирает с Империалом 2, и да, Александр Сергеевич, сейчас внимательно, Барбар забивает и даже отдает, а вот сухого матча, ну, не получилось, к сожалению. Ну, господин Небаваренков, мы вас предупреждали, так уж вышло, сошли звезды. Фортуна у нас разменивает цифру 0 в графе очки, делает это благодаря победе над Деспирадо со счетом 4-1, ну, а после ничейного результата с Годзиллы где-то в глубине души появилась какая-то вера, надежда, что отчаянно еще себя покажут, но, видимо, не в этот раз, впрочем, ждем. На самом деле, еще хотелось бы обратиться к команде «Пираты», на днях уступившей «Вирусу» со счетом 1-4. Господа «Пираты», а вы уже подготовились к матчу с «Ратником», может быть? Вот «Кодиак», с которым вы сыграли в ничью, уже одолел «Торпедо», а теперь мы от вас ждем каких-то сенсаций, ну хотя бы чего-нибудь интересного. Да, господа, зашли за новенького, пора и показывать там со своим уставом в этот монастырь. Придите, покажите уже, друзья. Ждем, ждем, действительно ждем. На этот раз Брага у нас прибывает на матч с Провенчелли с вратарем, наконец-то, молодцы. Но все равно этого, оказывается, недостаточно в игре с таким-то оппонентом. По итогу здесь зафиксирована боевая ничья со счетом 3-3. Ну а Игорь Миронов, капитан Провенчелли, напоминает о себе сразу в двух лигах. Здесь он забивает. Очень круто. Ну и с таким же счетом у нас заканчивается матч Годзиллы Крюбадер. В принципе, мы предупреждали в прошлом выпуске команды, что надо все-таки попытаться сыграть в футбол, а не получать карточки. Ну, совсем чуть-чуть не хватило вот до полного выполнения этого плана командам. На этот раз всего 2 желтые карточки, но от одного игрока, от Дмитрия Тихонова. Ну а Бадер, к вам вопрос на самом деле. Ребят, вы действительно привезли 23 человека или все-таки это какие-то ошибки в протоколах? Это очень интересно. Да, интересно, как заполнили заявку команды. Конечно. Но не будем много разглагольствовать. Есть у нас турнирные перипетии, выражены и в таблице. Если вспомнить прошлый сезон, то в нынешнем пока безумно радует, что все коллективы проводят свои матчи, даже без переноса пока обходятся команды у нас. Анжи, Нагатина, Факел и Бадр пока идут без поражений. Из списка непобежденных пока у нас уже навсегда выпадает, получается, Империал 2 после поражения того самого Факела. Ну и почти все команды к концу третьего тура набрали свои очки, пожалуй, за исключением Сибири. Не до конца понятно, как команда планирует бороться в сезоне. Хотелось бы увидеть от них должность самоотдачи, ну и вообще ответ на этот самый вопрос. Ну что, Георгий, давай перейдем сразу же к расписанию. В четвертом туре дивизиона 2Б мы вновь увидим 8 матчей из 8, что просто не может не радовать. Супер вообще. Ну и на самом деле вот чуть-чуть вот немножечко плохого сейчас тебе будет. Вы 4 из этих матчей все-таки, как мне кажется, не выглядит особо захватывающим. Пока достаточно прозаично у нас выглядят встречи Торпедо Факел, Вирус Анжи,
Пиратник, Пираты и Деспирадос Брага. Хотя, если говорить откровенно, по поводу статуса аутсайдера в матче дубля Торпедо, я бы все-таки поспорил. Но на бумаге все выглядит именно так. Да, зато у нас остались 4 достаточно интригующих матча, имеющих особое влияние на судьбу даже турнирной таблицы. Империал 2 Баддер, Кодиак, Годзилла, Крю, Нагатино, Проверчели, Сибирь, Фортуна с разным успехом в разных частях таблицы это влияние будет проявляться. Если взглянуть на календарь 5-го тура, то, несомненно, Империал 2 катастрофически важно побеждать, ведь далее будет их ожидать Брага, поэтому здесь можно подумать, что Империал 2, наверное, посильнее попытается Баддера выступить, однако Баддер, я думаю, тоже себя еще проявит. В любом случае, коллектив мне недавно заявлял, что не так им интересно играть в 2B-дивизионе. Это, наверное, был инсайт. Впрочем, хотелось бы, чтобы эти слова были подкреплены тем, что коллектив долго будет на первом месте держаться, и тогда это все вот прямо действительно оправдается. А пока будут победы и ничейные результаты, значит, все равно это будет интересно пока играть. Не так скучно, мне кажется. Вот. Что же касается матча Кодиак-Годзилла-Крю, то если в прошлом сезоне обе команды плелись внизу турнирной таблицы, то хотелось бы, чтобы в этом сезоне хотя бы одна команда у нас была повыше. Я понимаю, что пытаюсь требовать невозможного, вечно у нас какие-то завышенные ожидания, но если один хотя бы коллектив у нас будет представлен в шестерке, там, не знаю, в семерке команд в 2B-дивизионе, это будет гораздо значить, ну, больше, наверное, подъем уровня в 2B-дивизионе. Еще пару слов про Проверчели и на этот раз Нагатино. Состоится у нас такой матч в ближайшие выходные. Мы сможем, в общем-то, понять в этом матче, стоит ли вообще Нагатино претендовать там на тройку призеров, например. Ну и сможет ли Проверчели побороться с первой пятеркой команд, навязать какую-то борьбу этим коллективам. Ну а в противостоянии Сибири и Фортуны мы с вами ожидаем только одного, или двух, или трех, или 10-11 человек, игроков Сибири, которые будут готовы выйти, вырваться просто на замену, принести положительный результат этой команде, ну и отрицательный результат для Фортуны. Да? Мы, конечно, не закладываемся ни на что, просто хочется, чтобы Сибирь действительно приехала в полном составе, а пока пусть у нас победят сильнейшие, судьи проведут отличную работу. Ну а вы, друзья, пожалуйста, без травм, ну и поменьше карточек. Только футбол. Возвращается к нам Лига Чемпионов, но не та, в которой играет Лионель Месси, все-таки, к сожалению, а Лига Чемпионов ЛФЛ. Ну и Андрей Ещенко, естественно, тоже. Да, ну безусловно. Прошло 2 недели, команды готовы у нас вступить в бой. Первыми, ну точнее не первыми, а единственными, кто проведет домашний матч у нас на этих выходных в Еврокубках, станет коллектив «Россош» в 13:00 в воскресенье на Зябликово арене. У нас «Россош» принимает команду «Кайзер». Говорить о том, что нашему коллективу здесь нужна победа, совершенно не нужно. Поэтому, друзья, давайте просто приедем, поболеем и отдадим силы за наши коллективы. Обязательно надо поболеть. Это будет очень интересное противостояние. Оно очень многое на самом деле решит. Если говорить про тройку регион, или просто тройку, как мы уже должны привыкнуть, давно были говорить, то коллектив, судя по всему, куда-то уезжает. Хотелось бы, наверное, услышать какой-то развернутый комментарий, внести ясность, куда же делся наш коллектив, почему он не играет на выезде в этом туре. Ну и пока закладываемся на то, что в середине октября где-то с линии Алькор только коллектив встретится, через неделю как раз. Да, 15 числа, даже через больше, две недели, скорее всего, они встретятся. Ну а пока поговорим про Кубок ЛФЛ. Тут все наши команды едут на выезд к своим соперникам, гостевые матчи проведут. Интер у нас, который играл в прошлом году, если вы помните, с тройкой в группе Лиги Чемпионов, на этот раз примет в Кубке ЛФЛ Русультрас. ИС тут поедет к команде Изумруд 86, ну а Торпедо встретиться на выезде также с Фемидой. Тут надо просто пожелать нашим командам удачи и каждому коллективу пожелать привести 3 очка с чужих полей. Ну а все, кто поедет болеть за наши команды, наверное, в карму плюсик в любом случае должен себе получить. Это явно, это всегда приятно, когда вы на выезде болеете за наши южные команды. Ну что, хотелось бы поговорить еще о Лиге Москвы и Кубке Москвы. На самом деле не менее значимые, но даже более важные для чуть более низких по рангу команд нашей лиги турниры. И в рамках Лиги Москвы «Таксиритм» у нас примет на Зябликово команду «Гагарин» из Юго-Западной лиги. И это будет уже интересное такое противостояние для коллектива, которое позволит ему набраться опыта побольше. Ну да, в общем, выступление с командами из других лиг – это всегда интересно. И интересно также будет в Кубке Москвы. Здесь
стартует турнир с 1/32 финала, и свой первый матч проведет команда, представляющая нас в этом турнире, команда «Анжи». Также Назябликова примет представителей западной лиги, команду «Портер СФ». Здесь хочется небольшую буквально ремарку внести, что Лига Москвы – это все-таки у нас турнир с групповой стадии на выбывание, а Кубок Москвы – это там, где надо включаться чистый сразу. Плей-офф. Сразу да. Надо включаться, поэтому «Анжи», верим в вас также, надеюсь, вы пройдете подальше. Эфирное время подходит к концу, на самом деле уже пора выключать свет и идти монтировать для вас передачу. Мы были рады для вас вещать, дорогие друзья, Роман Алтухов, Георгий Богус. Да, но пока увидимся, что. Увидимся на выходных, хотел еще сказать. Пока что, наши дорогие друзья, не переключились. Все-таки посмотрите топ-голов, остаются последние теплые деньки для того, чтобы вы могли, ну, действительно классно забивать, потому что, ну, зимой это будет как-то уже не то. Зимой снег ассистировать будет, поэтому давайте сейчас включайтесь и забивайте. До новых встреч! Take your best shot. Is that all you got?